Ой-ой. Ой-ой-ой. А здесь сладости знаете из чего? Из золота. 23 карата в пироженке. Давайте посмотрим, что это. Привет, мои хорошие, с добрым утром, вечером. С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И мы все еще в дорогом отеле Emirates Palace. Покажем вам здесь цены, почем здесь вкусные пирожные, почем здесь тортики и конфетки. Ну и цену на кофе тоже узнаем. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить что-нибудь новенькое. Комментируйте. Поехали смотреть. Ну и по традиции, конечно, входим в туалет. Показываем вам туалет. Матерь Божья. Ого, он тоже из золота весь? Сейчас посмотрим. Какие умывальнички здесь. Прям шикарные. Слушайте, ну какая-то часть по золоту здесь точно есть, если не золото. Ну, как и положено, мыльцы. Мыльцы и, скорее всего, кремчик для рук. Ага, тут не просто салфетки, тут полотенечки, как в лучших отелях мира, конечно же. Нет, ну салфетки тоже есть, не волнуйтесь, все есть. Прям таки золотая штучка, где тоже есть салфетки. Вот такой туалет прям золотой весь. Ага. Как бы еще открыть, посмотреть. Ну, давайте рискнем. Так, уже предвкушаю золотой унитаз. Нет, унитаз. Унитаз обычный. Вот эта вот вся вот штучка оформлена как в золоте. Вот видим золото. Сливалочка золота. Зайду-ка я сюда на всякий случай. Ага, такие вот орнаменты. Здесь как под серебро. А плиточка на полу тоже, если видите, очень-очень красивая. Так переливается, как перламутр. Ну, туалет красивый. Ручечка. Такой интересный туалет. Нашли мы магазинчики с конфетками, с тортиками. Ну, прям новогодние все, прянички. Ох, какие торты здесь. Ой-ой-ой, классные какие. А что у нас по ценам? 190. О, это 18-каратное серебро. 190 дирхам. Все по 190. И вот в одном из них, в манго. В манго. 18-каратное серебро. Сейчас вам хорошо так покажу все. Еще это strawberry чизкейк, 1 килограмм, 279 дирхам. А это что-то вообще шикарное, наверное, с фисташками связано, шоколадненькое, сейчас посмотрим. Да, и орехи, и шоколад, 23 карата золота, посыпан золотом. Золотой отель какой, красивые какие здесь и домики и мишки, или это коровка, что-то такое праздничное. Кейки, в смысле кексики, пирожные, 95 дирхам. Вот персиковый тортик или кекс, а панеттон, может панакота, апельсиновый, не персиковый, хотя нарисован персик. Ну ладно, 180 дирхам. Дальше печенечки, вот такие печенюшечки, 65 дирхам. Ну, почти как кофе, а кофе из золота, между прочим, стоит 69. Вот еще печеньки, 65 дирхам. А дальше идем посмотрим. Ого, от журнала Time Out, что-то здесь. От журнала Time Out, награждение ресторана в 2018 году. Рекомендации, что у нас здесь? Мандариновые оливки, масло мандариновых оливок, еще раз, мандарин олив ойл, не, с ума не сошла, 90 дирхам, интересно, ну, бальзамический уксус, вот очень красивая, конечно, как прям отельная упаковка такая, 184 дирхама, ой, какой мне нравится этот мишка, то есть тоже какая-то панеттоне,
Писта, что, панакота, что ли? Ну, я не знаю, что это, правда. Я сюда уже не пойду, здесь как бы место кассира. Будет странно, что я пойду, и какие мимишечные штучечки, какая курочка, посмотрите, из какого-то мультяхи точно. 180 дирхам стоит. Winter Toys for Selection, to eat selection. В общем, зимние игрушечки. Еще это зайчик такой, снеговичок, по 180 дирхамчиков. Тут все, что снеговичок, что такие конфетки, что такой вот мишка, 180 дирхам. Слушайте, ну бомбовская. Вот 68 шоколадочки. А, пчелки, я вообще не понимаю, как их есть. Мне просто жалко, будут откусить от них. Ну как это вот, съесть такую пчелку шикарную. Боже мой, какая красота. 180, 95. Ну, такой подарок, конечно, ребенку на Рождество, на Новый год, просто класс. Коровка такая. Ну, как такую коровку съесть? Как такого пингвишку съесть? Смотрите. Как красиво. И идем последний такой вот тут стенд с пироженками. О, эти вот такие зелененькие, похожие на мегамаркете есть. У нас в Украине белый шоколад с ванилью по 52 дирхама пироженки. А тут такого вот золота я не вижу. Нет, вот Palace Cake, вот он. Вот такой вот большой был. Недавно с золотом. И здесь тоже 23 карата. Что тут? Мягкие орехи, шоколад. Вот 23 карата. И тоже 52. То есть единственное золото, вот это вот палас такой. И остальные все без золота, но все они по цене 52 дирхама. Такой вот домишко. Gingerbread House. То есть из джинджер, это что у нас? Женьшень. Имбирь. Все время забываю. Ха! Тоже мне англичанка. То есть имбирный пряник. Очень круто. И вот такие печенюшечки здесь есть. Точнее, наверное, это шоколадные конфетки. 9 дирхам, я так уверена, что это штучка. 9 дирхам штучка, и здесь золота нету. Я смотрю, золотых конфет здесь нету. Ну, 9 дирхам штучка тоже прилично. Хочу вам так показать. Кстати, здесь кофе. Такой красивый кофейник-чайник. Красивые кофейнички. И вот еще, что я вижу. О, очень классно. То ли Супермен, то ли Миньон. Очень здоровски сделан. Он, кстати, один. А у деток это популярная игрушечка. Вот, показываю конфетки еще поближе. Еще поближе. Ну, вкусно, конечно, я уверена. А, вот еще кексики я пропустила. Вот такой вот маффин. Есть с блюберри, то есть голубика. Есть тройной шоколад. 22 дирхама они стоят. Круассанчики, ну, 19 дирхам, вообще прям шара для этого отеля. Сзади все вот есть и уксус, и масла эти оливковые, и круассан шоколадный, маленький такой, точно такой же ела сегодня на завтрак бесплатно, 19 дирхам стоит. Ну, вообще, как посмотреть, мне очень понравилось, ну, как покупать, конечно, так для обычного туриста дороговато, для посетителей отеля просто наслаждение попробовать такие вот деликатесы. Если вы были в отеле, если вы пробовали, напишите, как вам, стоит ли оно таких денег. В прошлом видео мы были в этом отеле и смотрели уже цены на кофе, но сейчас покажу вам их еще раз. Напомню цену за кофе. У нас здесь есть капучино за 69 дирхам, есть камельчино, но без золота, и есть айс голд. Так вот, капучино и айс голд включают в себя 23 карата золота. Вот. Все это делается в этой кафешечке, уже сидят люди, людей я снимать не буду. Вот вы можете здесь сесть, заказать, посмотреть на орхидеи, попить вкусный кофе, но опять-таки повторюсь, я не совсем понимаю, как можно употреблять жидкий металл. Наверное, это нарезают что-то очень такое спокойное и совсем не...
Не ядовитая, хотела сказать. Ну, конечно же, в этом отеле никто вас травить не будет, упаси Боже, но кофе с золотом – это что-то. Ну и прекрасные орхидеи, прекрасный вид. И вот там вот делается все волшебное – это золото в кофе. В общем, если вы когда-то были в этом отеле, пили кофе из золота, пожалуйста, ставьте свой отзыв. Мне будет очень-очень интересно. Напишите в комментах, как это было в одном из самых дорогих отелей мира попробовать самый дорогой, похожий кофе. Дороже, наверное, только кофе Лювак в Азии. Но это уже совсем другая история. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. Канал «Училка физкультуры» в Эмиратах.